И, собственно, мы переходим к самой свадьбе. Итак, я напоминаю, что церемония начинается с того, что вначале входит жених, и жених входит под трубные звуки раковин. Его усаживают на возвышенное сиденье, ему предлагают мадупарку, смесь йогурта, меда и прочих благодарностей. Вишну, Шри Вишну. Затем читается Мангала Шанти. Мангала Шанти – это молитва, которая является ко всяким ведическим ритуалам, и она рассеивает тьму и устанавливает покой. Ум шамну митра шамбарунаха шамну баватвадьяма шамну индру брихаспати шамну витну рукрамаха намо брамане намасте ваю твамивам пратьякшам брамаси твамивам пратьякшам брама вадишьями риттам вадишьями сатьям вадишьями танма авату тадбактарам авату авату мам авату бактарам ум шанти шанти Шантихи, ум, шамно митра, шамварунаха, шамно баватпадьяма, шамно индро брихаспатихи, шамно вишнуру рукрамаха, намо брамане, намасте ваю, твамевам пратьякшам брамаси, твамевам пратьякшам. Теперь начинается, собственно, свадьба. На свадьбах начинается то, что называется канья-дана. То есть, в этот момент родители невесты, они отдают свою дочь в жены. И они либо сами говорят, либо повторяют за священником следующее. Сегодня я выбрал Вишну Бхагавана как подходящего мужа для моей дочери Шримати Туласи Деви. И я намерен отдать ее ему в священные узы брака. И в этот момент отец соединяет руки жениха и невесты. То есть вы должны видеть своим внутренним взором, как это происходит. Их соединяются их руки, и родители жениха, они подставляют свои руки снизу под их сложенные руки. А родители невесты, это делается как жест приглашения пары в новую семью. И родители невесты, они кладут свои ладони сверху, как знак благословения и покровительство. Таким образом, в этот момент пара соединяется, но они еще не есть полноправные муж и жена. Дальше называется то, что пани-грахана, когда гирлянды связываются. Обычно это делает замужняя брамини. Ha 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 ha!
Вот здесь произносятся клятвы. Слушайте внимательно слова клятвы, это очень поучительно. Шриман Вишну Бхагаван. Принимаешь ли ты Шримати ты своей женой, обещаешь защищать ее в материальной и духовной жизни и оставаться верным ей и никогда не разводиться? И жених отвечает: да, я принимаю. И священник спрашивает невесту: Шримати Туласи Деви, принимаешь ли ты безусловно подходящего тебе супруга Вишну Бхагавана своим мужем и обещаешь помогать ему в его материальной и духовной жизни, быть благочестивой, целомудренной, верной и не разводиться с ним? И Шримати Туласи говорит: да. И в этот момент священник, он проливает им на руки воду. И произносит Нараяна и Лакшми Гаятри мантры. Ум Нараяная Видмахи Васудевая Димахи Танно Вишну Прачода Ум Мадивьяйча Видмахи Вишну Патняйча Димахи Танно Лакшмия Прачодаят. После этого их руки развязываются. И в этот момент они обмениваются гирляндами. И первая свою гирлянду на мужа одевает Туласи. И вторым свою гирлянду на Туласи Деви одевает Вишну Бхагаван. После чего невеста 7 раз обходит вокруг своего супруга. Знаете, как страшно? Свастино Говиндах, свастино Чутанату, свастино Васудева Вишну Датиту, свастино Нараяна Наравай, свастино Акпадманах Пуришоттама Датиту, свастино Вишакчена Вишешвараха, свастино Ришкеша Хари Датиту, свастино Винатио Харихи, свастино Анджана Сутаханур Бхагавату Датиту, свасти свасти Сумангалайки Шамахам Шикришна Сачинанда Ганаха, Сарвишешвару Дадату. После этого наступает момент, который называется Синдура Дан. То есть Синдур, соответственно, то есть нанесение Синдуры, когда муж, он ставит бинди, красит пробор своей супруге. А священник говорит: «Ом синдур ива праддане». Шугганашо ватта прамья патьяни явах риттасьядая арушону ваджи кашта биндан урми бипинпаманах. И тогда муж покрывает голову супруги сари. До этого момента она открыта. После этого разводится огонь и совершается виваха самскара, как огненное жертвоприношение, но все вы видели много раз, как это делается. Поэтому тем мы и ограничимся. В тот момент, когда супруги 7 раз обходят, то есть когда супруга обходит 7 раз вокруг своего супруга, их брак считается заключенным. В индийской общине, то есть у них дальше следует церемония так называемых 7 шагов, без которой брак является неполным, но гаудия вайшнавы обходятся без этого. Поэтому
Далее наступает момент, когда муж, жена и все собравшиеся обходят вокруг жертвенного очага. Теперь они муж и жена, и теперь начинается сладостный киртан. Проще. Таким образом, сегодня первый раз в храме Нью-Пурушотта Макшетра мы провели церемонию Тулоса Шилиграм Вивайхи, и мы были свидетелями того, как Тулоси и Шилиграм вступили в законный брак. Тулоси Шилиграм Вивайхи Джай! Гуру Премананде! Хари Хари Бол! Thank you.